Для работы нам потребуется репсовая лента шириной 4 сантиметра. Резиночка диаметром 4 сантиметра. Берем следующие отрезки размером 4 на 30 сантиметров и 4 на 28 сантиметров. 3 отрезка. 2 отрезка пока убираем в сторонку. Из оставшихся отрезков будем формировать бантик. Берем отрезок 30 сантиметров, прикладываем отрезок 28 сантиметров, верх бантика готов. Далее берем оставшиеся 2 отрезка по 28 сантиметров, будем формировать низ бантика. Для этого складываем ленту пополам, будем прикладывать ее перпендикулярно друг к другу. И прошиваем. Так, лишнее сразу отрежем. С обратной стороны также отрезаем. И стягиваем. Так, низ бантика готов. Лишнюю ленточку мы отрезали. Теперь будем склеивать. Приклеиваем резиночку. И все закрываем репсовой лентой 1 на 1 сантиметр. Далее берем отрезок репсовой ленты 4 на 8,5 сантиметра, будем формировать серединку, делаем складочку.
Все, бантик готов. Посмотрите, какой классный бантик у меня получился. Очень легко и быстро делается. Также покажу вам в темно-синем цвете. Посмотрите, какая красота получилась. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!